Друзья, всем привет из Обли. Давайте посмотрим горшки для растений, кашпо, полочки, что здесь новенького, может, появилось интересного. Вот такая, например, табуреточка, подставка для цветов, металлическая, 1500 стоит. Есть большие, массивные, круглые, под большой диаметр, огромный цветочек, и вниз можно что-то там поставить. Стоит 1400. Акция вот на эту круглую полочку подвесную, две полки, в общем, здесь в круге, 1024 стоит. Ну, есть еще в виде домиков, вот вы видите, по 569. А вот эта вот полка неплохая, на целых 5 растений. И сколько она стоит, интересно? Где цена на нее? Что-то нет цены. Ну, растения такие небольшие, конечно. Поместится вот этот вот интересный декоративная полочка, 1079 с птицей. Подставка металлическая для цветов, мозаика черная, 4750. Ну, даже, знаете, такой маленький столик на лоджию, на балкон. Большая металлическая полка за 9250. Смотрите, 33 на 34, на 152. Вот такая огромная. Ну, тут может пару цветочков лезет, может по одному, не знаю. Белая. И вот такие вот стоечки. Раз, два, три, четыре штуки. 2300. Велосипеды на два цветочка. Так, где тут у нас цена? 3850. Вот такой велик. Так, и лестница декоративная, 4730. Очень много разных подвесов, вот таких круглых. Черные есть, белые, зеленые. В общем, смотрите, зеленая 769, белая, вот эта маленькая 589. Вот это побольше 889. Есть еще прямоугольные по 1530, вот такие держатели. В общем, покажу только самые, знаете, такие горшочки интересные, красивые. Все, конечно, тут не обозреешь никак. Это какое-то декоративное растение или держатель такой, что не пойму. Вот это вот внизу растение, но мне до него не добраться. Интересная сама вот эта решеточка. Интересно, сколько они такие стоят. Можно такими решетками, например, лоджию, боковые стены делать и подвешивать тоже растения во всю длину прям. Вернее, не длину, а высоту вот от пола и чуть ли не до потолка можно делать. Ну, а тут, конечно, много красоты есть. Вот такие хорюшки, панды, мишки. 299 рублей. Вот такое кашпо. Называется квадро. Для маленьких суккулентиков каких-нибудь подойдет. Здесь наподобие таких очень много. Вот такой, например, медведь 329. В виде леек кашпо по 499 большое. И поменьше по 299 рублей. Ведерко вот такое вот 289. Шикарное кашпо вот в виде раковины, посмотрите. Для каких-нибудь, например, тиланси, еще для чего-нибудь такого. 1179 рублей вот такая ракушка. Побольше 815, кстати, на нее скидочка сейчас. И вот эти вообще шикарные, красивые, стоят 1300. Ну, в принципе, не такая уж прям цена ого-го. Если очень захотеть и подкопить, вполне можно купить. А вот этот очень дорогой горшок, посмотрите, керамическое кашпо, вернее, стоит 8149, если я правильно смотрю. Но у него такое отверстие, знаете, я не знаю даже, какой горшок сюда влезет по диаметру. В общем, очень неудобно, так сказать. Нужно же, чтобы что-то туда еще поставить, чтобы влезло. Оно, может быть, просто для красоты какие-нибудь сухоцветы сюда ставить, не знаю. Очень много всяких решеточек вот для растений. Вот это, например, огромная с сеткой, арочная такая, 1254, если я правильно вижу, потому что я тут, или 1250, высоко слишком.
Вот этот вот, например, тоже опора. Это все металлическое. Стоит 399 рублей. Вот эти по 399 тоже есть поменьше. Поменьше без цены. Без цены бесплатно. Интересные вот эти волнистики. Тоже под какой-то бьющееся растение, что ли. 309 рублей. Высокая. И есть еще решетки. Вот смотрите, они раздвигаются. Так, стоит, если я это правильно, тут от нее цена. Ограждение садовая секция 539 рублей. Оно запаковано. Вот так. Очень шикарный кронштейн для растений. Посмотрите, какая красота. Для одного растения подвесного 339 рублей. Лейки очень дорогие, очень гламурные. Вот такой материал, по-моему, как на полистирол, что ли, похоже. 899 рублей. Они были, по-моему, в прошлом году. Я вроде бы снимала. И эти лейки, конечно, своей ценой всех удивили. 899 рублей. Есть еще поменьше, которые... Они по 629. Так, некоторые 519. Но какие из них... Здесь вот, вот такая конструкция есть. Вот. Стоит 599 рублей. Почему такие дорогие, я не знаю. Видимо, это откуда-то. Ну да, это производство Германии. В общем, оттуда к нам лейки везли. Вот такие еще опоры для растений есть. Самые маленькие стоят 159 рублей. И самые большие 719. Очень много глиняных горшков, необработанных. Посмотрите, какие огромные, под какие-то старинные прям вазы сделаны. Состаренные как будто. Ну, тут нужно еще с ценой разбираться. В общем, стрелка сюда ведет. 4350. А, вот такая цена на них. Есть вот еще какие. Ну, тут с ценой тут очень трудно разобраться с узорами. Украшения вот эти садовые, они в том году были 389 рублей. Вот эти шары маленькие, большие, по 1250. Пластиковые большие кашпо под ротанг. Смотрите, вот такая, например, 3950 рублей плетеная. Вот здесь с автополивом, или как это называется, система. У меня один горшочек с такой фигнюшкой есть, но я так и... Не это. Ну, как, поливаю, как обычно, и все. Не понимаю я, как там поливать, не разбиралась даже. Так, что тут еще есть? Вот такой. Он стоит 5,50. Тоже пластик. Много-много, большой выбор. Сейчас еще посмотрим там дальше. Вот такие интересные пластиковые горшки. Смотрятся эффектно. Смотрите, белые. Они прям легкие-легкие. Как они тут вытаскиваются, интересно. 399 рублей. Белый, коричневый цвет. Есть побольше. Побольше уже стоят, конечно. Так, сколько они стоят? 2500, что ли, вы хотите сказать? Или все-таки 899? Вот тоже непонятно. А, вот. Ну, симпатичные. Вот такие варианты тоже красиво смотрятся. 1999. Как будто все вязаные. Есть и поменьше горшок. Так, поменьше сколько? 699, что ли? Или 1699. Да, этот почти 2000. Этот 1700. Такие цены, друзья, на горшки. Много, конечно, красоты. Много бы чего купила, если бы не такие цены, конечно, огромные. Ну, что делать? Хоть посмотрим на красоту. Ящики балконные тоже интересно смотрятся. Вот такие длинные они, большие. Вот внутри как выглядят. Есть светло-коричневые, темные. Стоит 499 рублей. Металлические подставки для цветов. Большие по 4799 и по 3800. В общем, тут три разных размера. И почему-то только две цены. А, друзья, посмотрите, какие огромные, преогромные кашпо. Стоит 5500.
Но здесь место не такое уж, он и высокий. Видите, сколько? Остальное он, ну, пустота. Как бы большие растения, если сюда посадить, интересно, нужно вниз какой-то камни ложить или что, чтобы не свалилось, потому что оно не такое уж и тяжелое, кстати говоря. Стоит 5500 такое кашпо. Есть еще и поменьше, по 1880, по 2700. Есть молочный цвет 2500, а вот такие конусообразные какие-то 2500, узкие. Не знаю, это для какого цветочка, интересно. И вот такие еще. Вот эти прям огромные. Это, наверное, для каких-то больших загородных домов. Не знаю, для офисов. Под большое растение. Стоит 3800. А наборы пластиковых горшков называются каскад. А вот такая система. Интересная будет. Три кашпо плюс поддон. Вот он, поддон общий. И на нем как пирамидкой выстроена система вот такая. Ну, красиво петунии будут смотреться или еще какие-нибудь растения. Вот, еще поближе. Как. Вот такой еще вариант. 529 рублей. Зеленая, коричневая. Вот такой конусная кашпо тоже интересная. Ну, правда, цену я не знаю, сколько она там стоит. Непонятно. Очень много подвесных вот таких вот. Кашпо металлическая. Такие наподобие фикси, конечно, есть. 539 рублей. Есть и по 399. В общем, это надо смотреть. Есть отдельно без металлического держателя. Просто вот такие. Сами вот эти штуки. 249 рублей. Это, наверное, кокосовое волокно или что это? Не знаю даже. Очень интересная задумочка. Смотрите, пластиковое кашпо зацепляется за водосточную трубу. Диаметр 7,5 и до 11 сантиметров. Кашпо на водосточную трубу. Система отвода излишков дождевой воды. Интересная, да, штука такая. Вот как выглядит. Вот здесь вот крепление. Стоит такое сколько? Вот сколько оно стоит? Где кашпо? Алиса идея. Это вот это, что ли? Ну, оно вообще... Ну, идея, да. Но не белая. 249 рублей вот такой. Может, белые разобрали уже, не знаю. И вот такая, посмотрите, какая красота. Трехъярусная. Прям большой диаметр. Много тут можно цветочков рассадить. Стоит 1600 такой набор. Вот такие горшки тоже для улицы интересные. Они сделаны под глиняный горшок такой. Но это на самом деле пластик. Он не тяжелый. Стоит 2299. Диаметр 40. А вот эти толстенькие такие горшочки тоже симпатичные, большие. 1130 стоит. Есть еще побольше. Или такие же они. Нет, такие же. И вот еще какие... Горшки, я бы сказала, это какой-то тазик. Вот посмотрите, вот такой вот. Такой вот кашпо. Ну, тоже, естественно, это для улицы. 699 рублей. А вот это как лодочка, например. Тоже 699. Есть коричневый и серый цвет. Ну и вот эти под такие керамические или глиняные сделаны. 699 рублей. Небольшой объем, 15 сантиметров диаметр. Смотрите, какие есть цвета. Хорошо смотрятся. И еще меньше, по 499 из этой серии. Вот как выглядит дно. Тут все вытаскивается. Понимаю, слив есть воды. Ну и остались, смотрите, какие. Вот этот вот очень интересный. Просто сам по себе по форме. По 2500. Вообще огромный горшок. Тоже. Для улицы, но не только для улицы, знаете. Нет, не для улицы. Для дома очень даже подойдет. Для огромного цветочка, супер цветочка гордости, так сказать, квартиры. Вот, вот еще такая волна. 1300. Есть белые, серые. И плетеные варианты. Смотрите, как будто бы
плетенка 1900 такой стоит. Но он эффектно, правда, смотрится. Вот этот светло-бежевый цвет и есть белый прям красивый. Ну, опять же, здесь совсем немного места, видите, как. Остальное все, конечно, для красоты. Очень много разных садовых сеток уже вот выставили. Вот здесь как образцы видно, какие они. По 2-300 такие. Размер у них 1,2 на 10 метров. И еще есть помельче, смотрите. Вот, например, 1320, 0,5 на 5 метров. О, вот это вообще меленькая такая сеточка, интересно. Дотянусь, нет, она металлическая. Мелкая решетка. Если вам видно, тут окно еще отсвечивает все. В общем, еще вот такая крупная есть. 5250 стоит. Тут размер 21 на 10 метров. Все они, конечно, запакованы будут в таких рулонах стоять. И что тут еще я вижу? Колышки садовые по 135. Размер 2100 на 0,11. Тут такие пластиковые. Разные размеры. 1,8 метра есть, 121. И 1,5 метра по 80 рублей. Вот это что-то интересное, что-то красивое. Металлическая арка узорная, широкая, зеленая. 2,5 метра, 3600. Ну да, красивенько. Тут что-то такое интересненькое. Красиво. А вот она как выглядит. Разборная. Так, и вот это какое-то что-то тоже очень красиво. Держатель для растений, для тех же пионов, чтобы они не падали на землю. Вот видела я много раз такие приспособления именно для пиончиков. То они постоянно почему-то на земле валяются. Вот, в виде цветка. Ромашка называется. 999, 60 на 50. Металлические такие прям хорошие. И еще шпалера, садовая бабочка. Тоже, ну да, в виде бабочки. Тоже можно оплести красиво растение вокруг нее. 749 рублей. Так, забор. Забор называется амурный садовый. Зеленый. 950 на 0,85. 479 рублей. Это вот такой. Симпатичный тоже. Ну, тут, кстати, и разные варианты есть. Есть еще такой. 459. Он поменьше уже размером идет. И даже полегче сам металл. Вот я беру его, он прям... Так, еще арка есть вот такая в виде арки. Заборчик тоже называется Мадан Садовый. 720 на 850. 449. Всякие опоры для растения, смотрите, разных диаметров. Стоит 479, 359, 149 и по 99. Это вот такая загогулина. Небольшая. Так, есть еще и вот такой вариант. Так, 129 рублей. Вот этот большой. Средние 109. Есть по 64 и по 59 рублей. Бордюрные ленты всякие разные. 399, 499 рублей. 649. Есть вот такая большая, широкая. 999 рублей. Так, и вот это что? Еще вот такая интересная. 534. Лента бордюрная гофра коричневая. 0,2 на 9 метров размер. Ну и еще немного садовой красоты. Посмотрим, что здесь. Вот фигурки, например, садовые. Смотрите, какие красавцы. 699 рублей. Ну, вот такой заяц. Ну, прелесть же. Ну, вообще очень красивый. И такой, знаете, вот прям глазки у него такие. Настоящий, посмотрите. Здорово. Красивые. Так, есть ежики. Вот на спине лежит. На ежике цен, кстати, нет. Наверное, тоже по 699 рублей. Белочки. Вот эти девахи симпатичные. 869. Ну, все, не буду показывать. Очень много всего. Улитки 699. Вот, смотрите, какая прелесть. Все, вот так отойду подальше, чтобы вам и фигурки, и цены было видно. Грибы. Птицы вот эти, конечно, шикарные. Не знаю, туканы это, что ли, по-моему. 1000,
230. Гномы различные. А вот эти уже были. По-моему, они уже не один год. Вот эта милота 1700 и 1600. Гуси большие. По 2300. И вот эта цапля красивая. Посмотрите, какая шикарная. 3050. Ну, есть и детские такие варианты, смешные единороги, яркие, по 2300, да. Лиса, лиса с прошлого года, помню ее, вот эту красивую расписную, 1300. Лягушки, 2279. Тут такая толстая, такая-то, какая-то жаба, наверное, какая-то, лягушка, 759. Ну, вот эти вот классные. Их можно подвесить. Шикарные просто. Стоит 1099. Вот эта красота была в прошлый раз. 1525. Очень красивые китайские домики. Японский фонарь называется. Но они как в виде домиков таких. 344. Здорово смотрится. Есть и по 3700. Фигурки. Так, Будда 4350. Вот такой пыльный весь уже, конечно. Будду надо помыть. Так, драконы шикарные. Драконов я люблю. Смотрите, какой дракон. Шикарненький просто. 145. Чего только не скажу. Лягушки красивые. По 1850. Лебеди с лебедятами 1800. А вот эти в прошлый раз были, я их запомнила. Синички очень здоровские. Смотрите, какая прелесть. Это кормушка для птичек. Ну, классная кормушка, конечно. Стоит 830 рублей. Подокруглю все. Я вот вроде округляю, потом забываю, потом опять начинаю округлять. В общем, у меня с этим трудно. Оленята 1100. И вот такая надпись «Релакс» еще есть. Тоже здоровская. Но цены что-то в этот раз нет. В тот раз, в том году, я ее тоже помню, она была. Все, друзья, на этом все. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Даже если вам было неинтересно, все равно ставьте лайки, как плата за мой труд. Раз вы уже зашли на мой канал, посмотрели мое видео, значит, вы воспользовались этой информацией, я вас как-то развлекла, и все в таком духе. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, если вы регулярно его смотрите и посещаете. Пока-пока!